Так, привет. Привет, друзья. Только вчера я прилетел из солнечного Краснодара. Да чего ж там все-таки хорошо, там еще лето вовсю. И здесь у нас 6 градусов, там было 29. Просто был торч. Ну вот сейчас я вам и подрасскажу, что там происходило, собственно говоря, с пятницы, когда я туда прилетел. Как я туда добирался, расскажу, что там было. Вот. И по воскресенье, когда прошли финалы Кубка России по СБЕ МА. И 76-й Fight Nights. Вот. Значит, как я туда попал? Зачем я туда поехал? Поехал туда работать доктором в ринге. Вот, на турнир, то есть аккредитован был Союзом ММА России. Вот, поехал я туда, все мне, значит, всю логистику прописали, сел на поезд, доехал до Москвы, в Москве на Аэроэкспресс, в аэропорт и все. В общем, короче, что туда, что назад, я добирался быстро. Занимало у меня время добраться где-то полсуток, 12 часов. Что туда, что назад, ну, может быть, немножко, да нет, нифига не больше. За 12 часов. Это полный путь вместе со всеми машинами, автобусами, такси и так далее. Вот. Ну так вот, приехал туда в пятницу. Погода 23, ну, был готов к этому. Не нарядился в меха, что называется. Хотя у нас здесь было холодно, когда выезжал. Все сдал в багаж. И вот, приезжаем. Комплекс «Олимп» в Краснодаре, в котором уже неоднократно проводились бои. Или, может, однократно, я не знаю, но Fight Nights там уже проходил. Вот, специализированный комплекс, классный, специально для боевых искусств. То есть арена уходит вверх, внизу стоят два ринга. То есть или просто можно сделать два ринга, две площадки, два коя, два борцовских этих самых, самых ковра. Но, в общем-то, для ковров, наверное, надо будет разбирать помосты. Вот стоит два помоста. Так и предполагалось, что с самого начала бои в первый день будут идти на двух рингах. Вот. И, значит, так и было. Бои, хоть и по ММА, шли именно в рингах непосредственно. Что такое Кубок России? Ну, Кубок России – это вот такое вот мероприятие. Ну, это большое соревнование, то есть оно рейтинговое. Финалисты Кубка России встречаются потом для выяснения своих отношений, кто же все-таки самый крутой чио-кунг-фу, самое зебестовское. С чемпионами России. Вот так вот. Кубок России приехал открывать Федор Емельяненко. Привез как раз этот кубок сам непосредственно, эти кубки. Вот. Ну и, в общем, такая ситуация. Нужно было организовать работу и взаимодействие с местными специалистами в плане медицинской службы и работы медицинского корпуса в рингах. Взаимодействие со скорой помощью, взаимодействие с местными докторами, дать свои заключения, рекомендации. В общем, короче говоря, получилось так, что на каждом ринге у нас работало по два специалиста. То есть один местный и один вот аккредитованный от Союза ММА. На втором ринге работал я со своим коллегом, челюстно-лицевым хирургом Евгением из Краснодара. Вот. А на другом ринге работал московский мой коллега от Союза ММА. Вот, хороший катман очень, Андрей. И работал он с Магометом, с местным своим специалистом. Ребята молодые, ну, местные, но, тем не менее, уже, значит, опытные, значит, оба хирурги. Так что было классно все. Вот, это я уже вперед забегаю. Хочу сказать, что работы было относительно немного, но на самом деле много, первый день. Именно в первый день. В первый день происходили отборочные бои, которые, значит, освещались в прямом эфире на телевидении. То есть, на самом деле, можно в интернете найти, набрать на ютубе просто Кубок России. Кубок России, значит, ММА. Все. Сразу будут записи прямых трансляций со второго ринга, трансляции 5 или 6 часовые, со второго ринга 8-часовая трансляция, потому что, с первого ринга 8-часовая там или
7-часовая трансляция, со второго ринга 6, сейчас объясню почему. На втором ринге, где мы были, там шли бои, ну, скажем так, с тяжелых весов, то есть свыше 71 килограмма шли бои, а на первом ринге нам легковесы были. Ну, легковесов обычно всегда бывает больше, это же все знают. Вот, и посему, собственно говоря, там и затянулось все немножко дольше. А переразбивать на два ринга уже не стали ничего, чтобы время сократить. Нет, все было именно вот так. То есть бились они до финалов, то есть третьи и четвертые места определялись тоже в этот же день. Это была суббота. Вот. И на следующий день уже запланированы были только финальные бои. И потом после финальных боев Fight Nights. Fight Night был запланирован на 8 часов, думали, что финальные бои в 6 закончатся, и времени на подготовку будет вообще вагон. Но на самом деле все было не так, но сейчас я про это расскажу дальше. Пока вернусь назад немножко. Так вот, работы было относительно как бы немного, но на самом деле довольно много. Вот. Не то, что в каждом бою там что-то с вами случалось, но понимаете, сами поймите, отборочные все любые, это всегда встреча неравных по силе противников, как правило. Редко, когда в отборочных по жеребьевке, ну, просто случайно совпадает так, что встречаются два бойца, которые могли бы встретиться в финале с друг другом. А иногда стараются даже сделать так, чтобы они с друг дружкой не попали, да, чтобы фаворит и действующий чемпион там уже не попали в самом начале. А чтобы они оба дошли до финала или хотя бы до полуфиналов, вот хотя бы туда. Вот. А посему, собственно говоря, так и получилось, что встречаются в отборочных не очень сильные бойцы с бойцами сильными. И когда вот такая разница, ну, большая, в мастерстве бывает, тогда или в подготовке, функциональной подготовке, ну, вообще в уровне подготовки любой, то тогда и возникают такие моменты, когда пропускают чистые, очень сильные там удары в голову, когда берут жестко на болевой, а боец менее опытный не сдается не в силу того, что проявляет волю там и характер, а в силу того, что для него это единственный шанс пробиться дальше. И он там терпит до последнего, когда уже это делать и не надо. Вот. А учитывая то, что рефери великолепные были рефери, судили просто ну, прекрасно, поэтому травм было тоже мало. Вот. Но рефери иногда не останавливает очень долго, потому что не знает бойца и не знает, как в данный момент реагировать. Может быть, для другого бойца он остановил бы уже бой. Для этих нет, потому что, когда бойца не знаешь, лучше, конечно, иногда перебдеть, чем недобдеть, но и в избежании конфликтов, подачи массового количества апелляций надо дать бойцам выяснить отношения таким образом, чтобы победа была очевидная. Ну, прям вот вообще конкретная, без самоспорных ситуаций вообще. Именно поэтому, кстати, в первый день было огромное количество, значит, экстра-раундов на нашем ринге. То есть первый день бойцы должны были драться по два раунда, для того, чтобы быстро пройти, значит, ну, отборочные, потому что пар-то много очень, ну, бойцов дофига. Вот. А получилось так, что чуть ли не в каждом бою были, значит, экстра-раунды. То есть еще назначали самый третий бой, такое бывало. Хотя и досрочных, и досрочные были. Все бои-то, в общем-то, в принципе, все, даже которые с экстра-раундом, все закончились досрочно. А некоторые бои вообще быстро заканчивались. Там в первом раунде, по-моему, один бой был, наверное, сам, может, даже первый, который самый бой был, закончился за 29, по-моему, секунд, на 29 секунде. Вот. Ну и вот в первый день был один серьезный нокаут. Человек получил в голову боковой удар ногой. Упал, это в экстра-раунде тоже было, причем он всю дорогу доминировал, но если бы по итогам двух раундов он бы, наверное, победил, но судьи сочли, что надо дать третий раунд, и, видимо, он настолько выложился в двух, рассчитывая в них одолеть своего соперника, что на третий раунд у него просто не хватило функциональной подготовки, и в итоге он стал допускать ошибки, потерял темп и получил чистый удар в голову ногой, и все. Вот. Тяжелый нокаут, тяжелый. На ринге он провел больше даже 2 минут, мы оказывали ему помощь. Было понятно с первой секунды буквально, что он уйдет с ринга сам. Вот. Но надо было же посмотреть на всякий случай все эти моменты. Некоторые думают, почему врачи так долго там держат человека на ринге, не уносят его на носилках, если это долго, или почему боец тогда не поднимается, почему там до 2 минут он лежит.
Ну, понимаете, ребят, такая ситуация, что тут нужно исключить, особенно при попадании в голову, прежде всего, повреждение шеи и позвоночника. То есть для этого только это будет определяющим фактором того, уйдет ли боец с ринга сам, унесут ли его на носилках и на каких носилках уносить его надо. На жестких увозить, менять ли ему позу, не менять, либо на мягких носилках унести можно в силу того, что у него там закрыта черепно-мозговая головокружение. В принципе, ему надо просто, ну, чтобы он ушел, чтобы его на ринге не было, вот. Тут можно на мягких. Это гораздо быстрее, гораздо проще, на жестких тяжелее грузить. Вот поэтому это происходит немножко дольше. Видите, уже вроде боец пришел в себя, у него глаза там двигаются, он что-то говорит, и почему он типа лежит. Вот это я отвечаю на вопросы, потому что вопросы такие задавали. Вот. Но остальные было попроще все, в основном подходили после боя. Одному парню мы вообще в первый день спасли карьеру, что называется. Он был, наверное, чуть ли не единственный из всех, кто выжил вот на кубок в России в звании кандидата мастера спорта. Остальные все мастера спорта. Но у него была настолько мощная воля к победе, он настолько хотел побеждать. Он дрался хорошо, действительно, прям вообще замечательно. Но, опять же, получилась такая ситуация, что в двух раундах не выяснили, кто же лучше. Потому что бились очень оба хорошо, достойно, вот, судьи не сошлись во мнениях, вот, и стоял вопрос об экстра-раунде, но во втором раунде он получил сечку, и у него стало под глазом дуть серьезную довольно-таки гематому, вот, и стоял вопрос, можно ли допустить его на экстра-раунд, ему тут в экстренном совершенно порядке, с этой гематомой поработали с ним в течение 2 минут, закрыли ему все сечки, в общем, короче, быстро тут организовали, чтобы экстра-раунд быстрее как можно начался, пока ему не надуло гематому. Вот, он выступил и победил. И победил. Был в счастье вообще такой, но счастье-то могло быть самым коротким очень, потому что у него дальше надувало гематому, сечка не закрывалась так, как надо, и вообще его могло за вечер глаз раздуть, если бы он поехал бы в травмпункт, ему могли бы гематому вскрыть надрезом. И в итоге на следующий день бы он уже бы на соревнования бы не вышел. В итоге сделали мы все сами, выпустили гематому, дали рекомендации, намазали чем надо, прописали лекарства. В итоге на следующий день он вышел в финал. У него гематома не раскрылась даже после сечка не раскрылась даже после многочисленных ударов в лицо. И он победил. А могло быть так, что мы его на экстра раунд бы не выпустили бы. И он бы потерпел бы поражение. Вот так вот, техническое. И чемпионом бы он бы не стал. Занял бы почетное 2-е место. Вот. Вот так. Вот так. Ну, в общем, такая ситуация была. Вот. Чем в свободное время занимались? Первый день, когда приехали, погуляли по улице Красной. В Краснодаре. Классная улица, длинная, на выходные ее перегораживают специальными там, клумбами каменными, и люди просто гуляют, такой у них променад, прогулка по бульвару. Играют музыканты, молодежь катается на роликах, в общем, жизнь кипит. Больше времени в пятницу у нас не было, нам нужно было готовиться, разбираться с сумками, с медикаментами, все там укомплектовать, сформировать порядок работы, посетить мандатную комиссию. А на утро должно было быть взвешивание непосредственно перед самим турниром. Так что с утра тоже времени не было нигде блондиться. Сразу пошли после завтрака в спортивный комплекс. Про комплекс я уже рассказал. На второй день работал один ринг. Все бои должны были пройти на одном ринге. Оставили ринг именно непосредственно. Теперь мне не очень-то понятно, почему его, значит, оставили, могли бы его переделать в октагон спокойно, в плановом режиме. Но, видимо, для того, чтобы ничего не менять, оставили просто именно ринг. Убрали просто другой ринг. Закрыли, в смысле, другой ринг. Оставили лишь один, который ближе к выходу, откуда бойцы выходят вот на Fight Nights, ну, такой генеральный выход. GPS-система вот. Активна. В этот раз нас уже работало 4 человека, обслуживало один ринг. И совершенно напрасно, ну, в смысле, слава богу, все очень хорошо. Выходить в ринг понадобилось всего лишь один единственный раз.
в самом последнем бою. В самом последнем, когда дрались супертяжи. Вот. Там удушение было. Ну и боец, собственно говоря, просто на Шадыряна сам едахнул и в себя пришел. Все. На этом и закончилось все. Вот. Бои были великолепны, травм было минимум, судейство было на высочайшем уровне, остановки все шли вовремя, когда надо. Было, конечно, пара моментов, когда брали на такие жесткие болевые, что, безусловно, спортсмены после соревнований возымеют свои проблемы со связками на следующий день. Но экстремальная помощь не понадобилась никому, никого не госпитализировали, не увозили на скорой помощи. В отличие от первого дня, когда на скорой не, ну, так увозили никого, конечно, вот так вот, чтобы сразу бас, человек упал там, и только на скорой сразу повезли, быстрее оказывают помощь. Нет, скорая помощь нам на первый день не понадобилась, потому что было несколько переломов лица, один раз был перелом скуловой кости, один раз был перелом челюсти. Вот, бойцы потом подходили просто туда, им организовывали, значит, эвакуацию до травматологических пунктов. А, был еще под вывихом глазного яблока. В общем, кого-то в офтальмологический травмпункт, кого-то в обычный травмпункт, для того, чтобы дальше было, ну, понятно, останется боец на там, операцию, челюсть, например, да, шинирование челюсти, вот, и ретракцию скуловой кости. Ну, в общем, короче, вот таким вот образом. Скорая помощь, именно как скорая помощь, никому не понадобилась, чтобы показывать прям помощь. Вот. Ну, второй день вообще без проблем. Вот так. Ну и потом, значит, соответственно, уже начались бои. А, вот, про ринги-то. Почему сказал, что можно в октагон было переделать? И бои закончились чуть ли не в начале восьмого. А Fight Nights назначен на 8. И вот за такой короткий срок мне понравилось, как вообще ребята работали, значит, оперативно, которые там обслуживают это все. Я бы назвал бы их, наверное, если бы это цирк бы был, ну, униформистами. Вот. То есть люди в униформе, да, которые обслуживают этот ринг, они разобрали мгновенно ту часть ринга, которая по краям, сняли сам ринг, вставили стойки для коя, ну, для клетки, вставили столбы, собрали обратно ринг, ну, в смысле кой, и дальше уже эту сетку на него надели на стойки. Все это, ну, и уложились абсолютно вовремя, то есть до 8 часов они все сделали, и если и задержка произошла, то не по их вине однозначно, а по вине там организационных других каких-то моментов, но не поэтому. Но все равно все началось практически вовремя. Вот. Ну, на Fight Nights не нужно специалистов там столько. Там работает у ринга лишь один, у коя один только врач. Вот. Ну и хочу сказать, что не понадобился вообще. Вот так вот все произошло. Ну, как бы никаких таких сам ситуаций не было, было здорово вообще. Немного работы. Вот, конечно, по зрелищности, как шоу Fight Nights круче, но по накалу, финалы и по важности для развития спорта, значит, ММА, конечно, кубок имеет большее значение. Это вне всяких сомнений. Ну, на Fight Nights, конечно, приехал Загорский, вел. Видел я, ну, поздоровались. Бату Хасиков был. Вот, еще спортсмены разные и функционеры крупные были. Вот. Про чиновников ничего не говорю, были они там тоже, но я их не знаю. Не хочу сказать, что и знать не хочу, но просто, ну, это почетные гости, имеющие малое там отношение к спорту. Если они будут иметь отношение к спорту больше, то есть оказывать там помощь, финансовую поддержку, поддерживать сами федерации, тогда, возможно, они будут более там известными, значимыми, и будем их знать. А так, вот, только потому, что они занимают высокие посты, это не имеет никакого значения для развития, значит, ММА, поэтому я их и не знаю, собственно говоря. Хотя в лица некоторых, наверное, видел, как мне кажется. Вот. Ну, вот такая ситуация. Это если самое коротко быть. И только закончился Fight Nights, я прыгаю в такси, еду в аэропорт, сажусь на самолет, прилетаю в Москву на Аэроэкспресс, с Аэроэкспресса на метро, сажусь на минивэн. О, не на минивэн, хотел на минивэн, но, как оказалось, меня поймали на подходе к этому транспорту. Человек узнал, ехал в Иваново,
говорит, поехали. Ну, все, поехали. Все. В итоге летел как пуля, как ураган. И я говорю, меньше чем за 12 часов из Краснодара я добрался в Иваново. Вот так вот. Ну, вот такая вот была ситуация. Ну, интересно, задавайте вопросы, расскажу вам, как там все это дело было, если есть. Вот. Как я для вас отчет сделал сейчас, да? Диапазон Кей. Стрелялся. Ну, это каратенчик ест. Кстати, отчеты будут у меня на сайтах. На сайте, вернее, на Будоблоге будет обязательно. И, соответственно, ссылка будет на соцсети, на все мои аккаунты в соцсетях и в сообществах. И в сообществах. А что в сообществах-то? На боевых искусствах, в сообществе, везде. И в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Вот так. Ну что, друзья, кто не посмотрел с самого начала, потом пересмотрите, оно же останется в записи. А так, по теме этого видео, этого эфира, задавайте вопрос, расскажу я вам, что там еще как было, потому что мог при повествовании своем что-нибудь упустить из виду. Вот. С удовольствием отвечу на какие-то вопросы, нюансы расскажу какие-то. Впечатления, конечно, чумовые. Сами знаете, когда видите все вживую, то все на уровне. А когда организация такая, как на профессиональных турнирах по боксу, иногда даже круче, ну, матчах имеется, там, соревнованиях, встречах, не знаю, как назвать, схватках на профессиональных, то все это впечатляет. Народ там просто в экстазе. Рингел красивые там, да, рингелс. Вот. Судейство, все там, ведущие, все на уровне, там все прямо класс, свет, акустика впечатляет. Бойцы выше всяких похвал. Выше всяких похвал. Вообще меня ребята восхищают. Гладиаторы, которые выходят, ну прямо реально биться, вот там, драться, чуть ли не с голыми руками. Дерутся жестко, полный контакт. Руками, ногами, ну все, это вот, понимаете, вот когда это все смотрят люди по телевизору, далекие от этого всего, которые никогда не занимались, ну, не производит это того впечатления, которое оно реально должно производить, наверное, вот на, ну, на людей. И когда они попадают туда, они просто начинают сами понимать, насколько мужественные люди, эти ребята, которые дерутся в ММА, насколько они мужественные. Вот. Насколько велика у них сила духа, отвага. И как на самом деле тяжело выступать, когда, вот, предположим, там ребята выступали в легком весе. У них в первый день там 3, а то и 4 боя, а потом еще кто-то в финал дошел, у него в последний день еще и финальный бой. Это же вообще, вы можете представить себе, как, насколько это просто капец какой-то. Вот. Это же подходит, ведь не один бой, нет, ну бывает, конечно, но все равно есть какие-то минимальные травмы, особенно, а если бой сам затяжной, он отнимает колоссальное количество сил, особенно учитывая тот факт, что некоторые для того, чтобы войти в категорию еще и подгоняют к соревнованиям вес, а тут была такая ситуация, что, значит, взвешивания были непосредственно вот прямо перед соревнованиями. Не за день, не за два, как это бывает иногда, когда там атлет сам теряет за 2 недели там 7 килограмм, что я, кстати, как врач вообще не приветствую, считаю, что это неправильный подход. Нужно готовиться заранее, делать аккуратно это все, для того, чтобы здоровье свое сохранить. Ну, вот гоняют так, потом взвешивание проходит за 2 дня или за день до соревнований, потом фактически на соревнования они выходят уже снова, вернув себе, если не половину, ну, утерянного, не то, что половину, а больше даже. За счет разного, ну, за счет и там углеводов, и чего-то там еще. Вот. Все. И они уже не в своей весовой категории, но взвешивание-то прошли. Здесь же было так. Люди выходили на ринг в том весе, в котором надо. Один в один. Все.
Только так и никак иначе. И, соответственно, кто гонял вес, те, соответственно, все. Не могли, у них не было даже там получаса там, или часа, чтобы себе... Нет, ну, может, и было, но это негде было сам сделать, чтобы себе это вернуть что-то. Ну, если только скушать что-нибудь там сладенькое. Вот это максимум, что можно было сделать. Все. То есть отожраться, там отпоиться времени не было. Вот. Поэтому представляете, насколько тяжко было в первый день бойца, когда по нескольку боев проходили многие. Ну и, конечно, травмочки какие-то, они тоже накапливаются, особенно после болевых, ушибов и так далее. Кстати, может еще и по этой самой причине в финальных боях не было, ну, на финалах жестких каких-то таких травм и все прочее, потому что ребята дрались очень технично, очень аккуратно, потому что и сами не хотели травмироваться. Хотя, конечно, там цена велика вопроса, да, первое место. То есть ставка большая. Но, возможно, уже сам организм не позволял рваться в бой прям по полной, так, чтобы прям треск стоял. Наверное, уже и нет. Хотя все выглядели хорошо. Обычно, правда, было пару боев, когда там доходило до того, что бойцы искали оба уже к удаче только в партере, в борьбе. Потому что стойки, они друг другу ничего не могли сделать. То есть они друг другу попадают даже, руки выбрасывают медленно. Тем не менее, не хватает сил, чтобы защититься. Со скорости не хватает, чтобы защититься. Друг другу в лицо набрасывают. В итоге большое количество ушибов лица. Нокаута нет, то есть ни к чему это не приводит. Бой закончить не получается, потому что удары вообще как в замедленном кино. То есть прям вот, ну реально. И искали, как говорится, над успеха в борьбе, потому что там, если ну, грамотно ведешь бой, можно даже и где-то передохнуть, где-то взорваться. Вот, и в конце концов хитро, более планомерно, более спокойно подойти к вопросу подготовки проведения какого-то хорошего приема. Вот. Это как вариант. В стойке же не получалось, да, друг другу нанести какой-то там ущерб для того, чтобы победить очевидным образом. Вот так. Было таких, наверное, пару боев. Прям реально. Ну что, жду какое-то время, ребят, от вас. Каких-то вопросов. Если их не будет, то пишите потом в комментариях. Заходите на мои ресурсы, смотрите. Вот. А я тогда жду минуту и выключаю эфир. Хотя у меня времени еще минут 15-20 я буду ехать и мог бы ответить на ваши вопросы какие-то и побеседовать. А, бой еще новость-то у меня есть. А в это же время, пока шел кубок, проходил еще одновременно в Астане чемпионат мира по ММА. И наша сборная России, который год подряд, по-моему, пятый уже, в командном первенстве заняла первое место. Взяла все золотые медали, по-моему, кроме одной серебряной и одной бронзовой. А в прошлом году, по-моему, во всех категориях взяли золото. Тотально. Но в любом случае, успех просто, ну, доминирование тотальное просто вообще. Супер класс. Я сразу же написал с Геннадию Павловичу Капшаю, это главный тренер России, значит, ММА, что он действительно, ну, и поздравил его, написал, что он великий мастер, как сам тренер, потому что, ну, он интересный человек, расскажу буквально пару слов о нем. Он в Беларуси в свое время со сборной по тайскому боксу вывел на высочайший уровень в мире. Потом стал сборную России тренировать, значит, ММА, и сделал их чемпионами. И который год уже вот они становятся чемпионами. Понимаете? Я ему написал: Геннадий Павлович,
отправить бы вас еще бы сотренировать нашу со сборную по футболу, глядишь, и там бы чемпионами стали. Вот сколько много зависит, конечно, от тренера. Никто не умаляет способности и таланты бойцов, но от тренера зависит очень много. И если иногда значение тренера можно поставить под сомнение, насколько хорош он, если однажды команда под его руководством становится хороша, это может и само по себе произойти, если она действительно сильна и самоорганизована, или есть там какой-то другой лидер, который там организует какую-то работу. Но здесь, видите, сначала в Белоруссии и по тайскому боксу сборную, а теперь сборную России по ММА и столько лет подряд, с разными бойцами. Ну, это говорит о том, что тренер. Это заслуга тренера. Так что ему мега респект и уважуха. Уважаю. Прекрасный, видимо. Ну, не видимо, а прекрасный специалист. О, кстати, да, вот сейчас увидел, какое-то сердечко выпало. Друзья, если вам интересно то, что я рассказываю, чтобы я понимал, что вы действительно все это смотрите, и стоит эфир продолжать там, и надо, да, ставьте свои эти там плюсики, сердечки, лайки, пальцы вверх там, ну, во время, значит, эфира. Это мне дает там и понять, что, ну, вам интересно это все и стоит продолжать. Вот, хотя вот, знаете, заметил такую тенденцию, что при ведении различного рода там эфиров мужчины вот не склонны как-то реагировать. Женщины реагируют активно. Они друг другу все время ставят лайки, плюсики, сердечки, там все такое прочее. Мужчины нет. Ну, это такая тенденция, когда жена сам спрашивает у мужа: ну как борщ там? Нормально. Это говорит о том, что все хорошо. Потому что если бы было плохо, он бы так и сказал: говно. Или бы ничего не сказал. А нормально — это уже высшая там оценка. И здесь тоже. Не загнобили, не закритиковали, значит, классно все было. Я это понимаю. Но, тем не менее, для релевантности потом поиска этого же самого видео, потому что оно само сохранится, было бы неплохо, если бы там какие-то реакции были. Всякие пальчики вот такие вот. Да? Так что не стесняйтесь. Сборная команда России на Кубке выступила хорошо. Постоянно слышно было: победил боец там из красного там угла, там ты Москва, 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 Москва. Много москвичей, много, скажем так, участников, которые тренируются в московской команде. Посему там Олег Бессуднов, который привез команду, ну, в частности, он один из функционеров, да, в сборной Москвы, был доволен. Еще бы. Многие смотрят позже. Да, это вот про, значит, эфиры смотрят мне, что многие смотрят позже. Согласен, очень, очень многие смотрят позже. Вот я поэтому сделаю вот так вот. Раз. Вот. Так вот я сделал. Согласен. Абсолютно, наверное, большинство просмотров идет уже потом. И я очень рад, что здесь все записывается. Почему я сейчас и не веду, значит, эфиры в Инстаграме. Потому что максимально, сколько он может сопридержаться, это сутки, если его еще в историю разместить. Поэтому в Инстаграме беспонтово. Вот. На Фейсбуке, ВКонтакте, да. Кстати, скоро я буду вещать из дома еще. Прямые будут эфиры прямо на Ютубе. Володя Суховей, привет. Поздно вошел, рассказал я уже практически все. Посмотри, если тебе будет интересно в записи. Не знаю, насколько тебе интересно про, значит, ММА, как мастеру традиционного карате. Вот. Зашел-то ты, наверное, потому что это я веду эфир. И как самки коллеги, как сам каратеки, на меня посмотреть. Про ММА, может быть, тебе не так интересно. Хотя, может, я не прав. Вот. Если будет интересно, пересмотри. Я там в самом начале рассказал всю там предысторию, там историю турнира, как я про себя, как я туда попал, что я там делал и как там все это происходило. Вот. А, кстати, ребят, вот меня интересует, что.
Кто вообще в Краснодарском крае был? Ну, имеется в виду не в Краснодарском крае, потому что я прям это загнул там. В тех районах-то многие бывали, там в Сочи, в Адлер, там летали, там все понятно. Именно в Краснодаре кто был сам непосредственно? Какие у вас ощущения, ну, от города? Меня оставил город впечатление очень такое... Прав, все так и есть. Да, Володь. Ну, я так и думал. Вот, а с Краснодара, значит, оставил впечатление очень позитивное, как город с очень высоким уровнем благоустройства. Красивый город. Аккуратный такой, весь чистый, в парковых зонах все пострижено, чисто, ну, красота, понравилось, реально. А учитывая то, что там такое, ну, лето, я вернулся туда, там 29 градусов, в смысле, вернулся в лето, вообще просто класс. Без, ну, преувеличений скажу так, объехал я полмира, а на юга России практически никогда, да не тоже практически, никогда не ездил, никогда. Много южных стран объездил, тропиков, субтропиков, все такого прочего. А на югах России не. И теперь я думаю, что может быть автотуризм. Ну, когда поеду на машине в следующий раз, возможно, съезжу специально в Краснодарский край. И в том направлении. Вот. Как автотурист. Люблю я на машине путешествовать, а посмотрим. Теперь уже такая задумка теперь уже есть. Раньше даже не рассматривал. Кстати, по поводу автотуризма. Обязательно следите за моим проектом «Галопом по Европам 2». Там периодически появляются видосики. Там периодически, и периодически появляться будут отчеты. И долгое время появляться будут. С интервалом в 1, 2, в 3 дня будет появляться новый материал. Потому что материалов очень много, они, наверное, до Нового года будут идти. Вот. С большим количеством видео, обзоров и фотографий. Это о путешествии нашей семьи в этом году по Европе, как автотуристов. Много мы проехали, много материала сняли, тем везде тренировались, везде работал на макеваре, поэтому много будет обзоров по работе на макеваре, в том числе для тех, кто любит на макеваре тренироваться, найдет массу полезной информации. Там не просто так обзорный, как я, типа дядя Миша потренировался, да? А там будут прямо конкретные такие мастер-классы с мест при натурных съемках. Вообще клево получилось, я считаю. Здорово. Будет интересно. Ну, мы и то же самое в рамках проекта «Корректура». То есть тренировки в самых разных местах. И в горах Словении, вот, и на берегу моря в Болгарии, и в Польше, и в номерах отелей, в том числе и в парках разных, в разных странах. В общем, вот так вот. Борис тоже, я приветствую. Я говорю, к сожалению, уже эфир у меня к концу подходит. Я просто жду каких-то, может быть, и отзывов, или и вопросов. Вот. Поэтому это уже заминочная такая, как бы, тема сейчас идет. Вот. Но если будет интересно, что касается того, той темы, которая озвучена в названии этого прямого эфира, обязательно эфир просто пересмотрите. Он сейчас останется, я его сохраню. Вот. И все будет чики. Так. Был бы ты поближе, Миша. Я такой же фанат автотуризма. Это я еще смоги зачитываю, потому что когда на Ютубе оно будет, там, конечно, комментариев-то не будет. Мечтаю объехать всю Европу на машине. Вот, я как раз объехал уже всю Европу на машине, Володь. Мог бы поделиться с тобой впечатлениями и опытом прежде всего. Потому что опыт в таких поездках и о таких поездках. Немаловажные эти темы, есть масса нюансов, которые неплохо знать. И про аферизм на дорогах, и на Балканах, о преступности, которая бывает там на дорогах. Надо понимать, как себя вести, потому что открытых там разбоев не бывает, конечно, но аферисты определенные есть, и можно просто попасться на крючок. Рассказал бы я вот об этих ситуациях. Вот. Всегда не хватает единомышленников, близкого человека, когда интересно делать. Слушай, ну да, в автотуризм ехать, так и нет, а при чем тут там ближе дальше-то? Собственно говоря, заезжать-то нам все равно через одну там эту же точку, пока мы все заезжаем преимущественно через Белоруссию. Поэтому, собственно говоря, собрались ехать в какую-нибудь автотуристическую поездку. Договорились, в определенный день встретились на границе Белоруссии. Вот, и поехали дальше.
Так что никаких проблем абсолютно я не вижу. И это не важно, ближе там или дальше. Потому что если ты автотурист, то стать ближе можно благодаря тому же автомобилю буквально в течение одного дня. Вот так вот. Так что давай будем в этом плане держать руку на пульсе. И как только, так сразу. В будущем году у нас есть опять задумка. Мы, в принципе, каждый год ездим, нам это дело нравится. Пока и не хотим изменять своим планам. Вот. Ребят, кстати, может кто-то еще захочет, так можно поехать действительно автотуристами прямо на трех машинах. Это гораздо, гораздо безопаснее. Вот. Гораздо безопаснее. Со всех точек зрения. Даже в том числе, если там, ну, поломка там автомобиля или еще что-то. Все, друзья, я приехал. Приехал я на тренировку. Так что всем пока. Был рад увидеться.